Новый год – время волшебства, особенно для женщин. Ведь 31 декабря им приходится и наводить уют, и готовить ужин, и к бою курантов превращаться из заботливой хозяйки в роскошную диву. Магией перевоплощения владеют мастера индустрии красоты. Они еще и охотно делятся профессиональными секретами. Например, создать эффектный макияж быстро вполне реально, уверена топ-стилист Марьям Мишина. В Новый год можно больше сияния. Блестки на веках и сияющие текстуры на скулах органично подчеркнут внешность. Мы использовали крупнодисперсные блестки. Закрой, пожалуйста, глазки. Для того, чтобы подчеркнуть атмосферу праздника и искристости, и волшебства на Новый год. Открой глазки. Подчеркнули губы глянцем, жидким стеклом. Добавили персика на щечки и на губы. И красиво прокрасили реснички. Это все можно делать спокойно дома, самим, просто даже пальчиками, тоном, тинтом и блестками. И примерно сколько такой макияж займет по времени? Ну, минут 15. Минут 15 нам надо будет. Стрелки на веках и алые губы никто не отменял. Макияж в стиле золотого века Голливуда актуален, как и прежде. Но если хочется чего-то более легкого и беззаботного, поможет один летний вкусный цвет. Безусловно, красная помада – это вечная классика. Главное – подобрать свой оттенок. Но любительницам горячих трендов визажисты рекомендуют выбирать персиковый оттенок. С его помощью можно создать нежный и сочный образ. Время сложно сочиненных укладок ушло. Жесткие кудри и громоздкий начес остались в прошлом десятилетии, уступив место естественному объему и воздушным локонам. Этой зимой актуальны гладкие прически, распущенные прямые волнистые волосы, хвосты и пучки. Также на пике популярности мокрый эффект, ухоженные блестящие шевелюры без намека на пушистость. Здорового блеска можно добиться при помощи лака для волос и разглаживающего спрея. Нам потребуется просто выпрямить волосы. Я думаю, что это не так тяжело. Создать прикорневой объем на затылочной зоне и у лица загладить лаком. Также подколоть невидимками можно сделать это обычными, либо если это в какую-то новогоднюю ночь или на корпоратив, то это можно какое-то украшение со стразами, с жемчугом, то есть то, что сейчас актуально. Топ-стилист Юлия Ракова сделала прическу примерно за 15 минут. Несколько невидимок, выпрямитель, средства для стайлинга и нехитрые манипуляции. Образ готов. На создание прически и макияжа нашим стилистам потребовалось полчаса. Как утверждают мастера, дома повторить подобное несложно. Для перевоплощения не требуется больших усилий. Несколько косметических средств и вдохновение помогут создать звездный образ. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.